В эфире прогноз погоды от Тульской службы новостей. Здравствуйте, с вами я, Мария Мардинцева. Девятое мая – День Победы Красной Армии и Советского Народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. Чуть позже я поделюсь своими знаниями об этом дне, а пока о погоде. В северной части области, городе Алексине, градусник термометра покажет плюс 9, плюс 16. В Ефремове – плюс 8, плюс 14. В Белеве – плюс 7, плюс 14. В Новомосковске – плюс 9, плюс 15. По прогнозам на следующей неделе температура в Туле будет колебаться от плюс 5 до плюс 21 градуса. Влажность воздуха составит 40-80%. Ветер юго-восточный до 9 метров в секунду. На следующей неделе магнитных бурь не ожидается. Девятого мая считался лучший день для посадки гороха и картофеля. Если 9 мая прошел снег, год будет легкий для скота. На сегодня у меня вся информация. С праздником Великой Победы, хорошей вам трудовой недели. С вами была Мария Мардвинцева.